Так, иду менять провод в одной. Ну, не в одной, а после счетчика, который идет. За пломбу уже договорился. Так что буду сейчас менять. Где плита-то? Здравствуйте. Здравствуйте. Я 54-ю. 54-ю, хорошо. На электрик? Да. Шутали, да. Там провод поменять надо у них. Ага. Это же 9-й этаж, да? Был 3 раза. За плиту то переделывал, всякое такое. Несколько раз. Потом взымал, то паял, короче, решили сюда в итоге поменять кабель. От счетчика до этого, до автомата. За пломбу уже договорились. С Обленерго. Так что все. Будем сейчас официально. Здравствуйте. О, привет. Пришел. Угу. А, этот? Не пришел еще? Не, я с ним, он мне позвонил, сказал, можешь пломбу снимать, потом я приду, поставлю. А-а-а. Так что у меня, если что, звонок есть записанный. Угу. Проблем не будет. Так, что от меня? Ты не нашел? Вы не нашли эти свои инструменты? Да, нашли уже. Да. Он в пиццовке у меня лежал. А-а-а. Ну да, потому что в квартире нету, а если вы угу. не были, то думаю, что... Просто положите. Так, тогда сейчас я буду выключать вас. Угу, хорошо. У вас 54-я, да? Да. Это. Хорошо. Ага. Можно выключать, да, или нет еще? Да. Можно выключать уже? Да. Хорошо. Так, значит, мне надо получается 54-е. Перчаток нету сухих даже. Надо сухие. Так. Угу. Так, пломбу сюда пока. Что меняем, потому что провода он весь на скрутках все. Да, потом куда-то туда. А, вот это с подъезжей стоит. Ага. С этого, с ореха, с этого. Да, вот он. Сюда, потом сюда. Ага, это ноль. Получается.
Подожди, какой ноль? Да не ноль. Стой. Так, вот этот. Мне вот этот нужен, получается. Правильно. Так, и этот. Все. Это я снял. Тут так закручено, что хрен подглядишь куда. А ну я вам положу тут пломбу. Хочу спеть, если чего. Все правильно, это мне не нужно. Убираем скрутки. На мне трузи. Так, получается у нас... Ага, вот это у нас сюда. Отверточка. Угу. Вот это на фото. Понятно. Сейчас мне надо каким-то образом это все снять. Вот это вот. Вот этот провод. Ну так, вот индейка есть, автомат есть, значит, тогда мы... Что-то я снимаю. Сенсорчик погас. Алло, я... Да-да. Кто? А, да, сейчас как раз делаю. Сейчас снимаю. Я только пришел. Да, ну, сейчас вот как раз вот под напряжением лазу тут пытаюсь. Угу. Хорошо, я наберу вас. Так, это с электросети звонили. Блин, это, конечно, так стрёмно всё. Вот этот провод, получается, фаза. И он вот так болтается. И он сразу идёт к этому ореху. К какому? Сюда, сюда. А вот он, вот это он. Надо его сейчас как-то отсюда отвинтить. Я, наверное, вот так сделаю.
Есть. Опа. Так. Есть. Теперь главное не коснуться нигде корпуса этим проводом. Это будет ай-яй-яй. Так. Все. Это у нас будет наверх. К автомату. Внимание, какой у вас табуретки? Табуретки? Угу. Стул. Давайте, хоть что-нибудь. Можно. Так, где мы взяли? О, лежит пломба на месте. А на него можно остановиться? А, сейчас я что-нибудь кулек какой-нибудь, да? Угу, хорошо. Блин, уже не берет. Ножницы не берет. Все, тогда закрывайте. Угу. Все нормально? Угу. Так. Какая у нас фаза? Стрёмная. Так, автомат. Надеюсь, он не скажет его пломбировать. Тут так, без пломбировки все. Так. Угу. Это у нас фаза с этого ореха. Это как его называют там? Орех золотик. Так, вот фаза. Может что-то поменять его тоже.
Понятно. Кабель шестерка, медь. Думаю, достаточно будет. Десятки, кстати, не было. Так вот сделаем. Хватило хоть. Так, теперь нолик. Нолик у нас вот он. Хватит ли его дотянуть? Так, значит, мне нолик надо. О, вас туда дотянуть как-то. Сейчас я. Нолик. Сейчас понимаю, сейчас многие будут возмущаться, чтобы я не залез туда, в орехи выйти. Честно говоря, не очень горю желанием туда лезть. На пробу для удачи не решит на лику, блядь. Переломанный или что? Охренеть.
Сашка, он пойдет. Он доломался, падла. Не очень хорошо. Так. Сюда. Как-то так. Есть. Надо еще сюда довести его каким-то образом. За счетчиком. Ехать проводом. Тут тоже 4, по-моему, или 6 квадратов. По сечению. Вы меня убьете. Так, этот потом через один. Через один. Это у нас будет вход питания. Заработал. Тоже хорошо. Как-то мы его сюда его лупануть. Блядь, вот тут, конечно, не в тему он там стоит. Все это посыпется. Что это такое? Подложки типа.
Так, теперь получается. Так, куплю кабель 2 метра. Сейчас будем добавлять. Что-то так не долезло. Какой-то странный. Этого у нас не хватает. Я не люблю эти яки, конечно. Так, это есть. Так, этот. Теперь нолик, выход.
Стяжки нету ни одной. Опа. Я же на болтик просрал. Так, ну что, я поменял. Сейчас я ему позвоню, чтобы он пошел за пломбиром. Да, а вот пломбу отдадите ему. Ага. Обязательно. Это старая, да? А да. Он поставит новую. Да, он запломбирует. Так что тут уже все, можно не бояться ничего, да? Да, уже смотрите, я вам получается вот это прямо сразу с обвода. Угу. Сюда на автомат, потом с автомата на счетчик, а потом угу. со счетчика на ваш автомат. Ага. То есть у вас эти провода новые уже, но все такие более серьезные. Да, спасибо большое. А вот это вот не наше все, да? Нет, это не ваше. Скрутки тоже, блин, такие, как у нас были, да? Угу. А вообще наш, если что, автомат вот это, да? Да, это в одной, это который, если вы выключаете, полностью гаснет счетчик, угу. да. А вот тот, желтый? А тот после счетчика, который, ага. ну, который у вас был, я так и оставил его. Короче, у нас теперь три автомата. Вот этот еще в квартире, да? Да, еще в том. Угу. Там вы хотели УЗО поставить? Или у вас есть оно, я не помню. Нет, нет, хотели, да. Но это уже со временем. Угу. Я там, ну, потом, номер да. телефона сына, да. И тогда уже свяжется с вами. Угу. Так, все тогда. А УЗО, получается, это на случай, не дай бог, все. Ну, если протечка, да, тока идет, ну, угу. куда-то там. Ну, мало ли там в машине что-то. Да, да, все в квартире, да? Будет. Да, да, выключать будет. Угу. Ну, выгоднее купить одно УЗО на всю квартиру, чем на каждую розетку отдельно, ну, покупать да. там специальный УЗО. Угу.
Так, это он мне звонил. Что там по денежке получается? Сейчас я ему позвоню, спрошу, что он скажет, ждать его или просто придет. Сфоткайте ему, с кабриолетом ставит. Алло, это Владимир, электрик. Это 9-й этаж. Ну вот смотрите, я тут же у них был этот рубильник, пакетник, поняли? Он выгорел весь. Я поставил там автомат вместо него в одной. И этот, и, ну и завел провода с автомата на счетчик, а со счетчика потом на выход на этот, на квартиру, поняли? Вот так вот. Вместо. Вы просто что, опаздываю, так не могу ждать вас. Я... Ну нет, там женщина сидит, скажете, что вы в квартиру 54-ю на 9-й этаж, она пропустит. Я ее предупрежу. Конфетка, да? Да, но там открыта дверь все равно. Ну, Василий, зачем мой телефон же есть у него, пускай. Хозяйки скажите, если что, да, пускай. Там сейчас 15 минут без кого будет. Так, ну все, ждите тогда его. Пусть он тут разберется тут.